Я Гумбин Александр Николаевич. Я являюсь председателем общественного движения «Свобода и Донбасс» по Центрально-городскому району. В этом движении нахожусь уже практически год. За данный год было проведено немало работ по благоустройству города, по решению вопросов людей. Проводятся работы по открытию общественной приемной в Центрально-городском районе, в которую смогут люди приходить, задавать свои вопросы, приносить свои проблемы, над которыми мы будем работать. Допустим, проблемы ЖКХ, о которых я знаю немало и не понаслышке. В данный момент я являюсь руководителем одного из коммунальных предприятий города, в котором работаю руководителем уже более 3,5 лет, практически 4 года. В движение пришел для того, чтобы решать вопросы, помогать людям и не внести пользу обществу и своему родному городу, в котором я родился и вырос. Нашим движением при поступлении гуманитарной помощи была развезена гуманитарная помощь многим ветеранам, которые не смогли сами забрать ее с пунктов выдачи. Также были поздравлены ветераны Великой Отечественной войны в прошлом году. В этом году мы точно так же планируем поздравить ветеранов, отвезти открытки домой, цветы вручить. А также несколько ветеранов мы хотим помочь с бытовыми вопросами, то бишь там ремонт квартиры, какие-то ремонты коммуникаций. Все за счет нашего общественного движения, наших сотрудников. Проводились неоднократно съезды нашего движения. Вопросы собираются, выносятся на съезд, доносятся до руководства. В данный момент были проведены съезды нашего движения по Калининскому району и Никитовскому. В ближайшее время такой же съезд будет проведен по Центрально-городскому району. Будут собрана информация, вопросы людей, просьбы людей, пожелания. И эти вопросы будут выведены на общее обозрение партии, движения. И будем ими заниматься. О дате и месте проведения данного съезда следите на сайте, будет размещена информация на сайте города, а также Горловка сегодня.